Capruc. Porok. Ma che cosa sta dicendo? Что он говорит? Sta dicendo Sonia. Non dobbiamo calpestare la Sonia. Он говорит порог. Нам нельзя наступать на пороги. Ma dov'è questa soglia? А где он, этот порог? Attenzione, eccola. Осторожно, вот он. Tobu clan. На колени. А как нам не коснуться порога, если мы ползем на коленях? А вы раком попробуйте. Он говорит, мы должны уподобиться женщине. Они похожи на попрошаек. Зачем ты их сюда притащил? Это повелитель. Латинские послы от ихнего святого отца. Ну, где же тогда подарки? Ни одного подарка, повелитель. Скажи ему, что нас обобрали по пути его же люди. На, ешь. Давай, кушай. Не могу. Не буду. Великий хан, царь царей земных. Наша вера запрещает нам вкушать мясо убитых животных. А живых? А? Вон сидит мой любимый брат Джимби. Вот он укусил однажды живого барана. И отъел у него крестец. Siamo arrivati a te, sovrano dei sovrani, da Avignon. Пачах, а не пачах. Мы пришли к тебе, царь царей, из Авиньона, с приветствием от господина нашего, папы Иннокентия VI. Забудь об этом. И город свой забудь. Значит, не хочешь есть мясо из моих рук? Моих рук здесь никто не боится. Все меня любят. Никто не скажет «нет». Не затем вы сюда пришли, чтобы передать мне привет? Вы хотите разведать, пойду ли я в поход на вашу землю или не пойду? Ведь так? Играйте. Играйте, играйте. Вы, великий хан и царь царей, конечно, правы. Вопрос войны самый важный для наших народов. И каков же будет мой ответ? Думаю, что не пойдете в поход. Расстояние слишком большое. Думаю, что вы не пойдете из-за вашего благоразумия и доброты. Пойду.
Напомни, в каком городе ваш отец сидит, забыл? В Авиньоне. А, да, в Авиньоне. Пойду. С землей сравняю. А почему? Не потому, что я люд. Я совсем не люд. Я добрый. Просто нам надо где-то пасти овец. Вот пораскинь мозгами. Куда их удобнее пристроить? В городе, где камень на камне, или в чистом поле? В чистом поле? Ты прав, баранья башка, ты прав. Буду пасти в чистом поле. А папу вашего не трону. Он у меня за старшего пастуха будет. И кто вас от меня защитит? Кто? У нас есть рыцари, несущие в своем сердце Христову веру. Ты смелый. Сам, наверное, воин. Сын. Ты. Свечу подай. Можешь погасить свечу с одного удара? Да. На, попробуй. Давай, пробуй. Ты меня не понял. Я просил не перерубить, а погасить. На, учись, а то тебя женщина твоя любить не будет. А что с вашим отцом святым делать? Это мне Аллах подскажет. Вон отсюда. Все вон.
Туда, Варнлар. Позовите Тейдулу. Нас посетило страшное горе. Тенебек, твой сын и мой любимый брат, мертв. Заткнитесь. Когда это случилось? Только что за ужином. Такое несчастье. Убит? Нет. Подавился бараньим хрящиком. Это бывает. Но все равно жалко. Да, жалко. Аллах кемек булариды. Наверное, большой хрящик был. Аллах. Огромный. Сен сөгілдер. Олух орданы, олух хан. Ты хотела, чтобы у Большой Орды был Большой Хан. Благослови великого хана на царство. Топор дай. Нитку. Не корейся. Уткат. Что смотришь? Сожги.
Кулдай, пошли ко мне в жены. Я сам тебе буду по утрам снег приносить. Что ж тогда твои жены грязные ходят? Старухи, и катнуешь, испугаешься. Зеркало подай. Хорошо. Пошли все вон отсюда. Почему ты их так не любишь? Твои жены, тебе их любить не мне. Я их не люблю, я тебя люблю. Побереги свою любовь для боя. Для боя нужна ненависть. Без любви нет и ненависти. А это что за новости? Трон для царя царей. У Тенебека не было никакого трона. А у меня будет. А где же дырка в седалище, чтобы ходить по большой нужде? По большой нужде? Я буду ходить в горшок. Не будь ты моей матерью, я бы на тебе женился. Я бы никогда не легла под тебя. Ты стал сонным и грузным, как этот город, который надо разрушить. Но многие люди живут в городах, и им хорошо. Только не сыны Чингиза. Они идут до самого края земли. Ни к чему не привязанные, не жалеющие ни о чем. Когда ты в последний раз ходил в поход? Если монгол остановился, ему конец. Ты живешь как во сне. Твой дворец пахнет усыпальницей. Народ собирает навоз за твои лошади. Разве тебе от этого плохо? Глупцы. Они думают, что он целебен, мне их жалко. За тобой собирают навоз. Мне дарят дорогие вещи. У царей своя ноша, и мы вынуждены ее нести. Ты, вот моя ноша.
Возьми это кольцо. Я дарю его тебе. Матур язык. Армагам йок. Хорошая. Жалко, пальца не хватает. А ты все равно возьми. Армагу скинчу. Вдруг палец еще отрастет. Смотри, смотри, сын. Настоящий волшебник с берегов Янзы. Все может. Посмотри, кто там идет? Я плохо вижу. Уберите его. Кого там гонят? Это русские. С границы пригнали. А ты говоришь, что я не воюю. Я хочу на них посмотреть. А одежда где? Себе, что ли, забрал? Так они и были такими великих хан. Ты кому врешь? Ну, забрали ребята немного, чтобы не зря воевать. Ремесле барма? Ремесле? Ремесло? Ремесло есть ремесло. Есть.
кожевенники мы. Егиткар. Молодец. Иди сюда. Вот он, да? Женщину вот возьми. Сабы, все. Ребенок, из чего? Подрастет тоже работником будет. Олар была не издесен. А с этими что будешь делать? Чем таких здоровых кормить? Зимой так еды не хватает. Хочешь, чтобы мы опять человечные питались? Людей есть нельзя. Через человечье мясо могут бесы войти. Другого давай. Великоват. Абельда. Исправь. Смотри, себе что-нибудь не отхвати. Поосторожней там. На великого хана смотри. Третьего тащи. Мана. Не надо. Посидите. Ребят, не надо. Не надо. Колдовские чары. Колдовские чары. В ее теле нарушено равновесие между мужским и женским началом. Кто тебя сглазил? Инь и Янь вступили между собой в ужасное противодействие. Обезьяна спустилась с дерева, и тигр вот-вот на нее нападет. Но чтобы их усмирить, у меня есть надежное средство. Ты что, труп с собой принес? Это верблюжий навоз, смешанный с целебными травами и медом. Помогает от слепоты и способствует заживлению ран. Так ты хоть бы его высушил, а то свежий взял, прямо с земли. От слепоты помогает только свежий, еще теплый. Я вас сейчас побеспокою, великая госпожа. Откройте глаза. Не вижу. Еще можно попробовать мочу только что родившей женщины. Иди отсюда, покуда я тебя не убил. Когда Вишну взял в руки раскаленный камень, из него вытекли молоко и вода. Это я понимаю, но здесь дело сложнее. Ты не находишь? У нее закрыты чакры физического зрения. Только сильная боль может заставить цветок раскрыться. Ты не любишь боли, сказал убогому Вишну. Но если ее полюбить, она становится нежной, как лепесток лотоса.
как лепесток лотоса. Не надо. Когда Вишну наступают на палец, он отрубает обидчику целую ногу. Где это написано? Я что-то не припомню. 35 ему, тогда он вспомнит. Он заплевал мне все лицо. Великий хан, сделай так, чтобы я его больше никогда не видел. Я разве просил его убивать? Что за народ? Дикий народ, неразумный. Пес сказал, в крепость езжайте. Зачем мы сюда приехали? Ты и сам колдун. Женебеку не говори, а то этот дурак и мне шею сломает. А вот и народ. Приветствую вас, братья. А московиты где? Мы и есть московиты. Тебе что, мало? А остальные где же? Перебили всех? Под корень свели. А вы сами откуда? Из Орды едем. К великому князю едем, а вы его извели, черти. Так что нам теперь? Обратно, что ли, ехать? Да шутим мы. Они в церкви все, на молитве. Господин Тимер, простите, что не встретил вас. Лошадей прими. А я твою жену вчера мертвой видел. Что вы говорите, господин? Да вы тут шутите все. А нам что, нельзя? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что такое? Бес пожаловал? Поганый владыка. Верхами двое. Чш! Чаш спасения приму. Во имя Господа. Господа призову. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вон колдун Алексей. А князь где? Скамью примите. Всяк, кто возвышает себя, унижен будет. А кто унизит себя, тот возвысится. Господу помолимся. Батчақаланы батчақа, еріні көкіні есе.
Царь царей, повелитель земли и неба, господин настоящего, прошлого и будущего, великий хан Джанибек, желает тебе здравствовать. И ему того же. А ты все еще ему служишь, Тимер? А что делать? Недавно был узбек, потом Тенебек, сейчас Джанибек. Кто скоро будет, не знаю. Бердибек? Бердибек будет. И кто из них лучше? Моя покойная бабушка. Потому что молчит и не гоняет людей на край земли. Я, по-вашему, не считаю. Может, сам скажешь, зачем пожаловал? За твоей головой. Угощайся, Тимир. Мне они, вижу, больше не понадобятся. А если голова откажется? Ей на моих плечах неплохо. Что тогда? Вкусно. Сора, тогда мертвецы будут завидовать живым. Мудрёно. Мертвецы так живым завидуют, особенно если они в аду. Да что ты сказал? Что ты сказал? Он все перепутал. Вот, живые. Живые будут завидовать мертвецам. Короче, Москве конец. Джанибек с войском к вам придет и всех потопчет. Если, конечно, не откупишься. Чем? Головой? Да зачем мне твоя голова? Мне твой колдун нужен, митрополит Алексей. Орехи еще есть? Владыка где? В саду. Отдыхает владыка. Здравствуй, князь. Владыка. Федька! Чё льёшь, Федька? Отвар. Еловых шишек, травы. Ну как, помогают? Конечно. Тогда и мне завари. Так нет больше. Ты изготовь. Ждать долго. Твоя забота, за водой беги. Давай я тебе свою уступлю. Не побрезгаешь? Правильно. Шишки беречь надо. Скоро мы их жрать будем с голодухи. Что так? Татары на Москву идут. Послы сообщили. Ничего. Ничего, с дюжем. В Вологде пересидим. Город жалко пожгут. Как ты в такой воде паришься, а? Чисто кипяток. Чтоб татары через своих послов о набегах сообщили. Когда это такое было? Условия у них есть. В Орду тебе ехать. Чудо совершать. Какого рода? Нашего христианского. Какого еще? Чудо. Только и всего. Только и всего. А что именно-то делать надо? Нужно, чтобы ослепший прозрел. И все? Как будто да. Может, ты что, не договариваешь? Может, нужно еще, чтобы без ноги ходил? Горькое. А без руки играл на дудке? Ты дула, мать Джанибек, помнишь ее? Ослепла. Ну, для нас это дело пустяшное. Нам все подвластно в этом мире. Ведь так?
Ну, соверши чудо, отче. Ну, соверши, чего тебе стоит? Не жестой. Да был Бог чудо совершает, а не человек. Что Бог у нас, милостив или не милостив? Что же он для нас, чудо пожалеет, а? Или он не всесильный? Не слышу тебя. Да что мне? Что мне, перуна молить? Я к бабкам за чудом пойду, к банному деду! Встань, князь, не срамись. Владимир Чумавый, ты с молебным каждый двор обошел, чума ушла. Получилось же? Может, случайность или еще что. Не дано нам знать. И здесь получится. Да точно получится. Тебя кто спрашивал? Петька, споги давай. Если чудо совершишь, рядом со святым митрополитом Петром ляжешь, когда помрешь. Силы для защиты от поганок у меня сейчас нет. Так, Джанибек подойдет, московский татар нам в спину ударит. Будет у нас один путь. На небо. Ты что, оглох, что ли, или спишь? Прощайте, народ православный! Готовься принять митрополитчий сан. Как можно при живом-то митрополите?
Бог его не оставит. Бог. Церковную казну готовь. Все отдать придется. Услыши, Господи, глас мой, кем же воззвах. Помилуй меня и услышь меня. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу. Взыска тебе лице мое, лица твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица твоего от меня, не уклонись гневом от раба твоего. Помощник мой будет. Не отрини меня, не остави меня, Боже Спаситель мой. Аминь. Владык святый, а ты в Орде бывал? Не называйте меня святым. Бывал. А тебе чего там? Да вот думаю, что у них попросить за наше чудо? Что у них есть-то? Много чего есть. Кони есть, шелка тонкие, драгоценности, золото есть, клинки арабские привозят. А шубу? Какую шубу? Лисью шубу можно выпросить? Царица, вылечи. Вот, спроси у них, что хочешь. Так а я-то что? Это ж ты, святой. А надо-то и долу крестить. Скажем иначе, Господь не поможет. И хану заодно, а что? Тогда точно получится. Ты мне скажи лучше, почему у тебя борода не растет? У всех других растет, а у тебя вместо бороды трава. Наверное, Господа я не угоден. Глупости у тебя много. Вечером побрею тебя. Тебе? Что все ворчишь? Спел бы чего-нибудь. Значит, пьем за хана Джанибека. На свете нет и не будет более благородного и справедливого царя, чем он. Кроме князя московского Ивана не будет. Любишь своего князя, да, старик Алексей? А ты? Я шасун Джанибек. Здоровья, Джанибека. Говорил, воду пей. Как я. Чтобы оценить тонкий вкус архы, одного раза недостаточно. Вот ты спросил меня про царя царей, про мое уважение к нему. Ведь ты спросил? А теперь я спрошу тебя, что будет, если в пупок саблю загнать? Да ничего хорошего. А если начать ее вращать слева направо, что будет? Кишки намотаются на стрие. Неудобно будет. Я, может, не смогу. За царя царей. Шуалы. Так вот, пупок этот был Джанибека, и кишки были Джанибека, а сабля была Тимера. Вот так Тимер любит хана Джанибека, царя царей. А теперь ты расскажи мне, как ты своего князя любишь? Начинай. А я тебе подскажу. Берешь его пупок, приставляешь к нему саблю и вращаешь слева направо, слева направо. Ты куда? Домой. Соскучился, сил нету.
Возвращайся к нам, Бадакюль. Сидя на земле, не больно падать. Папас. Федька? А ты куда, Федька? С нами останешься. Держи. Что? Я крови боюсь. Я тоже. Мы с тобой, Архан. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должны делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из пленовения и брением помазал глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «А слава мне. Скоро дома будем. Аналайся. Чувствуешь? Да. Что? Сунись. Рекой пахнет. Эвгатерки тербис. Скоро дома будем. Чё? 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 Как открылись у тебя глаза? Что везете? Тебе не интересно? Сто пудов золота, немного драгоценных камней и вина. Почему не интересно? Очень интересно. Покажи товар. Видишь ли, Балдур? Я ездил в Москву по приказу Джанибека. Видишь, кого привез? Великий колдун. Глазом моргнет, от твоей семьи ничего не останется. Камней дай. С земли подбери. Вина дай. Конь мой помочится, тогда и попьешь. Ну что-нибудь дай.
Куфта? Сильный рожок, поганая рожа. Колдуна моего спалить хочешь? Каков колдун, таков костер. Чего это не делать? Все, кто идут к хану, проходят через два костра. Что, все? Я не пойду. Заставят. Олег Бапас, центр ничем. Ну что, старик Алексей, ты первый? Что нужно для совершения чуда? Наложницы нужны от 15 до 40 лет? Нет. Девственницы? Хорошие. Настоящие. Не понадобится. Золото нужно? Нет, не нужно. Вина, конины, баранины. Ему вот шубу лисью в Москву. Заблаговременно отправьте. Только то не берегись. Москва улана. Калиштик. Договорились. Колдун Алексей пришел к тебе. Скоро увидишь солнечный свет. Это ты, великий старик? Я царица. Да, я помню. Только борода у тебя стала длиннее. И я тебя не забыл. Начинай скорее, не тяни. Хорошо. Думаю, к вечеру он ее должен вылечить. К вечеру.
Господи Боже, Владыка Вседержителю, врачу души телес, своим милосердием исцеливший слепорожденного от чрева матери его, ты и ныне, Владыка, призри на моление нас грешных и исцели рабу твою, Тайдулу, осененную мраком темным от всякие напасти. И повели ангелу мирну, хранителю души и тела, соблюсти свет ия, и очи ия здраво сотвори. Воду. Ныне и присно, и в вовеки веком. Я помогаю Кёзлеринге. Не закрывай глаза. Господи, услышь молитву мою. И вопль мой к тебе да приедет. Кёзлерингяч. Теперь открой глаза. Хорошо видишь? Аман. Нехорошо. Что видишь? Скажи. Что было, то и есть. Тьма. Как же так вот? Великий хан спрашивает, скоро уже или еще надо ждать? Скажи, что скоро, но пока нет. Так вечер уже на носу, когда скоро? А я почем знаю? Иди в юрту и сам гляди, если тебе нужно. Лошадь прими. Ты работай, работай. Я мешать не буду, просто посмотрю. Ничего ваш старик не может. Где ты такого нашел? Где нашел, там уж нету. Так и передам Дженнибеку. Ничего не может. Барба! Иди, иди. Бедный старик. Ничего у тебя не выходит. Уходи. Я устала от тебя. Еще один раз, великая госпожа. Последний. Нет. Да? Ну что? Кустана. Гони его. Он плюнул на землю. Сделал брение из плюновения и брением помазал глаза слепому. Ну попробуй, владыка! Ну что тебе стоит-то?
Вот вам! Вот вам! Фу! Вот! Фу! Вот вам! Фу! Вот вам, подгады! Ай, гад! Уйди, пока! Уйди, подгады! Уйди, подгады! Ай! Да! Оставьте его. Демир. Их не бог. Разденьте его догола. Это что у тебя? Где? А, Елюцев. Колдовская вода. Теперь иди, куда пожелаешь. Ты мне больше не нужен. Демир. Улука. Великий хан. Көрімсе хаббедешін. Өзіннан қара. Следи за ним. Өлірге бермегей. Не дай ему умереть. Олышын көтіргімені көрір. Пока не увидит, как я сожгу его город. Арда қалысын, улука. Ты мудр, как всегда, великий хан. Вы случайно не из крестьянской страны? Ваше лицо и борода. Вы грек? Русский. Хоть можно поговорить со своим. Не представляете, как давно я не видел человеческого лица.
А я прикорд. Это у вас лихорадка? Да, не мэтр. Не думайте о себе, да, бывает. Пойдемте, я дам вам одежду. Пойдемте. Мы уже вечность тут торчим. Обнищали совсем. Они запретили продавать нам лошадей на обратный путь. Представляете? Потому что мы не привезли им подарков. А вы? Привезли им подарок? Я тоже здесь живу. Ну вот хоть что-то. Здесь ночами случаются лютые холода. Спасибо вам. Ну, не ям приюсу, ты конёв. По-моему, я вас знаю. Куда номен тебе есть? Как вас зовут? Нашу. Не знаю. Нашу. Номен наум. У меня больше нет имени. Яма. Нашу. Больше нет. Рация. Спасибо вам. Ты странный тип. Какой странный тип. Да все здесь странное.
Что можешь? Башки обжигаю. Направо. А ты? Каменщики. Направо. Ты? Что можешь? Вообще ничего. Вообще. Ну-ка, пошли. Пойдем, пойдем. Не бойся, пойдем. Обяк! Мне к созданию не верю. Ну и зачем ты его притащил? Убей. Готово. Постой, постой. Не надо рубить, не надо. Ты что испугался? Шуток не понимаешь? Я тебя в баню отправлю. Там тебе хорошо будет. Самое место. Нам и так еды не хватает. Пусть доживет до вечера, там и решишь, как еду делить. Эй, иди сюда. Грузишь корзину и таскаешь он к колодцу. Работай. Ну как там старик Алексей? Мучается? Думаю, да. Почему тогда в Москву не ушел? Не сильно, значит, мучается. Было бы плохо, ушел далеко. Здесь плохое место Великий Хан, тесное, опасно. Чем выше, тем лучше. Хану надо спуститься вниз. Оттуда Великий Хан ничего не увидит. Вы мне надоели. Я ничего этого не хотел, это вы меня заставили. А куда они идут? Пошли отсюда. Пошла. А если он вернулся, чтобы мучиться, как его бог? Какой в этом толк? Я не о толке, я о боге говорю. Так это же одно и то же. Нет. Толк и бог, они все-таки разные. Значит, если я сожгу Москву, я помогу Алексею? Я тебя правильно понял?
Не думаю. Ну а в чем тогда дело? Не знаю. Он, наверное, и сам не знает, но пытается понять. Но коли так, ему нужно помочь, чтобы он понял. Вдруг в этом хоть какой-то толк будет. Я даже полюблю этого сумасшедшего старика. А ты? Мне не положено никого любить. Мне положено выполнять твои приказы. Арбузы хочешь? Я же предупреждал. Предупреждал, что этот китаец мошенник. Хан, тебе нужно посмотреть. Я все уже видел. Гоните его. Взгляни, Хан. Три полета стрелы, не меньше. Ты что орешь-то? Молодец. Давай еще раз попробуем. Только подожди, чтобы табун успокоился, а то промажешь. Видал, Тимер? Теперь я буду повелевать громом. Кто сможет со мной сравниться? И еще. Я придумал, как помочь Алексию. Раз в день казни на его глазах каждого третьего раба. Хорошо? Хорошо. Главное, чтобы ты здравствовал и не умер. Я никогда не умру. Мне так кажется. Ты все запомнил? Каждого третьего раба. Иди. Желаю тебе всегда быть живым. Всегда живым. Ну куда? Куда складешь-то? Кизяк из как коровьего навоза сделать. Он горит. Разумеешь? О, куску говна наврал. Орешки, кузи. Куда их? Есть, что ли, владык? Иди. А ты из какого сословия будешь-то? Из боярского. А я из княжего. Ой, история. Первый раз вижу, чтоб боярин голыми руками навоз собирал. Так я не вру. А как ты к нам-то попал? Чем же не скупился? Боярин. Сам пришел. У нас больше 3 недель не живут. Вся вода изнутри человека выходит, потыкается, потыкается из угла в угол, все. А ты сам как-то, а? Ну, не могу объяснить. Когда говно собирай, владыка? Чего они чудесят? И так работать некому. Чего встали? Работать. Работать пошли. Чего? Иди. Карахпы на Аллах.
Аллаху-Акбар. Рабба. Хазихан. Бисмиллах. Миску держи. Аллаху-Му Рабба Хазихадда. Аллаху-Акбар. Аллаху-Му Рабби. Рабба. Боже великий, Боже милосердный, умоляю, спаси меня. Умоляю, Господи, спаси меня. Аллаху Акбар! Может, парнишка-то прав, а? Они вчера еще одного казнили, уборщиков. Из-за меня? Кто его знает? Ну, до тебя такого не было. Раз. Два. Три. Нет. Ты. Эй, ты. Нет, не ты. Ты. Забирайте его. Возьми мою жизнь. Его не трогай. Нет. Ты выбрал меня. Меня. Ты будешь жить. Он нет.
себе. Работайте! Работайте! Последний день. Сильно обгорел. Последний день. Аллах нас судит. Никому не уйти. Дед, не вижу тебя, ничего не вижу. Рыбы стоят в траве, слышится. Город горит, никому не спастись. Моя вина, Господи. Ты не слышишь меня? Рыбы. Рыбы поют. Страшно. Где ты? Слышь меня, пощади, отдай его пики мне, Федора отступника, возьми мою жизнь, его сохрани, виноват ты один без греха, его пощади, нас пощади.
келдик. Ты что натворил? Сен баят карлы халды. Ты святого старика замучил. От моей великой матери, в благодарность за исцеление. Ярлык, твоя церковь освобождается от подати нам. Служи спокойно, войны не будет. Пайза, чтобы тебя никто не трогал в дороге. Что еще хочешь? Еще и этот. Чуть не забыл. Он лисью шубу хотел. Дайте ему шубу. Не холодно? Батхан. Эндикет, перехайтма. Теперь езжай и больше не возвращайся. Я не понял. Сказал, в Москве тебе накажет. Да я привык. Ну что, святой отец? Последний день еще не наступил. По-моему, все удалось. А я всегда знал, что у тебя получится. Когда ты лылый гонец прискакал, я только удивился, чего ты столько тянул. Я ничего не сделал. Ты что это? Все разрешил, а теперь отказываешься? Я ничего не делал. Ничего не делал.
Deus, Bogus, adieu. Бог вам в помощь. Жахуму. Жахуму. Дашу. Машину тут нарекаешь. Жахума, мы, кажется, едем домой. Балдыр. Ну, хватит. Подарок от Тайдулы. Красивый. Кашин такой. Оставь себе. Сауха. Спасибо. Меня бля Китерсен. А может вы со мной? Мен ванда яшайбыз. Нет, мы здесь живем. Ахши ялла. Езжай с миром. Олачный дан ламады. Чудной старик. Это не шне, ты печем. Все сделал, а сам отказывается. Аллах шкорды. Ты видал еще таких? Кармакадам. Не видал. Аннакан. И что с того? Нечне. Да ничего. Thank you.
Чудо. Чудо. Настоящее чудо. За здоровье моей великой матери. Да хранит Бог ее зоркие глаза. За здоровье Тайдулы. Великий хан. Бердибек, твой отец, великий хан, повелитель всех царей, да знаю я, знаю. От чего он умер? Не знаю. Кажется, подавился. Благослови великого хана на царствование.
Куда же ты раздетая? Все равно я буду ханом. Плевал я на тебя. Сурумай! Плевал. Почему? Объясни мне. Потому что Бог этого не хочет. А что он хочет? Чего ему надо? Не знаю. Я не знаю. Через два года Бердибека убили, и началась нескончаемая война за власть. Междоусобицы разорвали ханство на куски, которые со временем поглотила объединившаяся Русь. Так и закончилась Великая Орда.